Привет! Был вопрос от подписчиков по свойствам хрома. Хром – серебристо-белый металл. Вступает в реакции с кислородом и с галогенами при нагревании. Над стрелкой пишем условия протекания. С кислородом при нагревании образуют оксид хрома трехвалентного. С хлором при нагревании – хлорид хрома трехвалентного, хром хлор 3. Сульфид хрома может существовать только в сухом виде. Хром С3 при контакте с водой или даже ее парами он полностью гидролизует. И у нас образуется гидроксид хрома, хром OH трижды и H2S. Хром OH трижды – это нерастворимое основание. При нагревании хром может растворяться, не может, а растворяется как в соляной, так и в серной кислотах. Я привела пример взаимодействия хрома с соляной кислотой. Над стрелкой условия протекания реакции, это температура у меня так написана. Образуется хлорид хрома двухвалентного и водород. Соединения хрома двухвалентного неустойчивы и легко окисляются до соединений хрома трехвалентного. Хром получают его восстановлением из оксида хрома трехвалентного хром-2О3. Вот пример взаимодействия. Хром-2О3 восстановлением алюминия, и у нас образуется хром. Оксид хрома трехвалентного хром-2О3 является амфотерным оксидом. Как вы помните, амфотерность – это двойственность. И вот был как раз вопрос про сплавление. Хром-2О3 можно сплавлять с гидроксидом натрия, и у нас получится вещество по типу соли, соли хромистой кислоты. Натрий хром-О2. Второй продукт – вода. Вот эту реакцию нужно запомнить. Она часто, но она может быть в вопросах про амфотерность. Гидроксид хрома, хром OH трижды, легко растворим как в кислотах, так и в щелочах. При взаимодействии с кислотой у нас образуется соль, сульфат хрома. Ну вот с серной кислотой у нас будет сульфат хрома и вода. Тут понятно. При взаимодействии, при растворении хром OH трижды в щелочи, у нас образуется комплексное соединение натрий-3 хром OH 6. Кто-то как раз спрашивал про комплексное соединение. Вот это вот соединение комплексное. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также пишите свои вопросы. Спасибо, пока!